Очень хочу вам дать одно полезное практическое упражнение. Упражнение, которое позволит немножко под другим углом взглянуть на вашу жизнь, на ваше существование. Возьмите листик бумаги, ручку и напишите, какой должна быть ваша жизнь, какой вы ее видите, о чем мечтаете, где живете, с кем вы живете, кто ваши друзья, как выглядит ваш дом, ваша машина. Как часто вы путешествуете, где вы бываете, как проводите свой досуг, где учатся ваши дети, сколько этих детей у вас в семье. Вот создайте образ, картинку вашего будущего. Вот сначала просто по пунктам напишите, как вы ее видите. Сформулируйте свои желания, помечтайте, дайте волю вашей фантазии, вашим эмоциям. Распишите все по пунктам. Сделайте это, пожалуйста, это не займет много времени. Чтобы написать, но займет гораздо больше времени, чтобы это представить, пофантазировать. И потом, после этого, как вы это сделаете, напишите, пожалуйста, мне под этим видео комментарий, что я это сделал. И я скажу, что делать дальше. Поверьте, я очень хочу поменять жизнь не только свою, и своих детей, и своей семьи, а еще и вашей жизни. Если я кому-то помогу, даже одному человеку вырваться из этой круговерти, работа-дом, дом-работа-быт, отсутствие путешествий, отсутствие определенности, долги, отсутствие денег, отсутствие нормальной работы. Я хочу помочь людям из этого вырваться. Потому что, как я говорил в прошлых видео, чем больше даешь этому миру, тем больше мир дает тебе. Итак, даем старт вот этому простенькому заданию и жду от вас комментарий о том, что вы это сделали и вы это выполнили.